Добрый день, дамы и господа, с вами снова я, Дмитрий. Сегодня мы продолжаем рассказывать вам про городское озеленение города Коломны. Еще будучи совсем маленьким, родители переводили меня гулять на Каштановую аллею. Уже тогда эти деревья казались мне огромными титанами, которые держат небеса. Сейчас же им больше 70 лет, а Каштановая аллея была заложена после Великой Отечественной войны. А сейчас мы находимся на центральной площади города Коломна. И все, что вы видите за моей спиной, всего этого в моем детстве не было. Не было этих композиций, не было этих деревьев посаженных. Все, что здесь было, это вот газон, фонтан, который слева от меня, в котором я купался в детстве. И это были прекрасные времена. Фонтан, конечно, сейчас уже не работает, но раньше здесь было довольно красиво. И также рядом со мной находится Центр молодежи. Это был единственный кинотеатр в городе, единственный компьютерный клуб в городе. И там собирались дети, были организованы кружки, и вся молодежь, все дети, мы все собирались именно вокруг этого здания. Сейчас за мной находится так называемый Бродвей, липовый Бродвей. И не потому, что он не настоящий, а потому, что на нем высажены липы, их очень много здесь. В детстве я
гулял здесь с родителями, катался на велосипеде, и эти липы, так же, как и те каштаны, казались мне очень большими. А еще на этой улице, или на этом Бродвее, кому как нравится, снимался всеми вами, наверное, любимый фильм. Да-да, тот самый. Сейчас мы находимся в том месте, которое не нуждается в представлении. Все вы прекрасно знаете, что это за место. В каждом городе оно есть, в каждом городе оно свое. Но везде смысл сохраняется один и тот же. Поэтому давайте просто посидим и посмотрим на все это. Сейчас сзади меня находится памятник, который был установлен сегодня, 21 июля 2018 года. Посвящен он трем родам войск, поэтому три погоны сзади меня. Это артиллерия, ВДВ и морская пехота. Именно эти рода войск базировались в Коломне когда-то. И именно в артиллерийских войсках служил мой отец, поэтому этот памятник для меня очень много значит. Он много рассказывал обо всем этом, и как раз и справа, и слева стоят пушки, из которых он стрелял когда-то. Теперь этих родов войск здесь не существует, они были расформированы, и на их месте сейчас базируется училище по обучению беспилотников. Это памятник Юрию Алексеевичу Гагарину, первому человеку, который покорил космос.